Всем приветик. Я уже успела выпить кофе. 10 часов. Я на самом деле сегодня тоже только проснулась. Буквально полчаса назад выпила кофе. Сейчас собираюсь выйти с собаками погулять. Не знаю, голова такая вот вяленькая. Скорее всего, это из-за того, что я приболела. Плюс погода непонятная. Пасмурно, пасмурно и пасмурно. В такую погоду организм чувствует, что вот что-то не то. И он отдыхает. Кирюшка сегодня... Антимиша. Фу. Кирюшка сегодня, представляет? Да, я сказала фу. Сегодня ночью. Вроде бы как уже легли спать. Тут я слышу сквозь сон что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу говорит. Я не могу понять, что происходит. Открыла глаза, телевизор вроде выключен. А бу-бу-бу слышу. И тут я понимаю, что это Кира на втором этаже смотрит какое-то видео на или на телефоне, или на планшете. Я в таком полусонном состоянии встаю. Кира, отдай. А сама вообще еле-еле шевелюсь, потому что во сне это все у меня происходит. Она мне это все отдает, сама ложится спать, и я ложусь спать. Не, ну это не ребенок, это какой-то кошмар. Представляете, вот она ночью просыпается и ночью начинает что-то смотреть. Надо, в общем, ей срочно делать такой жесткий график гаджетов. Кстати, очень много писали, что давайте сделаем 24 часа без гаджетов челлендж. Очень хорошая идея, надо об этом подумать. Просто единственное, что когда она на улице гуляет, то она и так там, в принципе, без гаджетов. Они там играют в разные игры, в квача, в догонялки, как-то они их по-другому называют. Вот, поэтому они без телефона. Единственное, что телефон нужен мне, ей для связи. А летом она дома проводит очень мало времени. Вот, так что у нас сейчас 10 часов. Вторая чашка кофе будет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это кот-кот-кот-кот-кот. Вторая чашка будет попозже немножко. Я пошла выгуляю собак, потому что они не могут до сих пор понять, почему до сих пор 10 часов. Я еще до сих пор с ними не вышла погулять. Тихо, не вредничай. Пошла-вышла с собаками погуляю. Там что-то солнышко вроде бы пробивается. Надеюсь, что оно сегодня будет, хотя непонятно, оно то есть, то его нету. И хочу пойти купить молочка, чтобы сделать блинчиков на всю сковородочку. У меня сгущенка есть, все есть, единственное, нету молока. Поэтому let's go. Собаки, гулять, пошли. Жду, пока проснется Кирюшка. И у меня тут тихий час. Снег. Шанти. Мишка. Все на месте. А мне надо встать, чтобы голову начать сушить. А я не могу. Они так все мило лежат. А еще я так смотрю, и у меня вот здесь вот царапина. Мне сегодня снег меня поцарапал. Он совершенно случайно, на самом деле. Он просто, когда переворачивался с бока на бок, лежал у меня возле головы и лапу так распустил свои коготочки и так случайно задел. В общем, я теперь еще и на лице поцарапана. Так, ладно, буду все-таки я это зверье свое поднимать, расстраивать их, но надо идти делать дела. Шантюсенька, тебе нужно проснуться и встать, девочка. Ты тут самое главное, самое почетное место заняла. Шанти. Шанти. Вставай. Не-а. Доброе утречко. Доброе. Ты уже проснулась? Ты уверена? Я уже устала тут лежать. Я уже и встала, пошла в одну комнату, во вторую. Куда ты пропала? Я тебя не вижу. Снег, не кусайся! Кирюша, куда ты пропала? Вот только руку твою. Вижу-то, ты посмотри на этого кота. Ну просто берет и кусает меня нагло причем. Вот я тебе специально засняла твою наглость. Голова у меня болит. Кирюшка, я знаю, что тебе приготовила? Ты что, по запаху не слышишь? Блинчики. Да! Со сгущенкой! Прикольно! Кирюха, тебя опять не вижу! Ты где-то там пропал! Да снег, не кусайся! Все, я, короче, встаю и упихаю.
Вообще капец какой-то. Кира, ты помнишь, ты мне обещала видосик сегодня снимем? Снимем? Супер! Тогда давай, пока у меня еще... Снег! Фу! Пока у меня еще не так сильно болит голова, потому что это какой-то кошмар с этим зверьем. Так, а ну быстро. Что? Вот так неинтересно, да? Интересно только, когда я не вижу. Давай, давай, залазь. Короче, пошли завтракать. Пойдешь, Кире? И пошли пойдет. Снимать. Снег. Идешь, Кире? Давай. Иди ее теперь поцарапай. Он меня уже сегодня за лицо поцарапал. Да? Вот тебе доброе-доброе утречко. Знаешь, мам? Да. Вот здесь за ладошку он не так больно. А вот здесь, там, где кожа нежная, очень больно. Очень больно, да, я знаю. Я знаю. Смотри, и пошел, и пошел прятаться. Ладно, о, привет. Включила я свет, снег. Снег. Куколечки, куколечки. Опа, ничего себе, какой грозный. Вот это ты грозный. Все, я тебя боюсь. Телефон тебе дать? Ты мне лучше расскажи. И всем, пожалуйста, расскажи, потому что я как бы так вкратце рассказала, чего ты ночью сидишь за компьютером, когда я сплю. Это ж сколько было времени, что ты решила взять? Или я так быстро ушла ко сну, что ты не успела даже заснуть и решила взять компьютер? В смысле? Ну, планшет. Ну, просто телефон разрядился. Я снова начала смотреть мой сериал. Обалдеть. Все, давай. Я дошла до пятой серии. Подъем. Телефон тебя ждет на кухне. Потому что если я тебе его дам... Нет. Нет. Я хочу посмотреть сообщение там. Что у меня с камерой такое? Почему она постоянно где-то странно... Все, я тебе не дам. Дам только на кухне. Пошли. Ребят, я пришла, и этот зверь меня продолжает кусать. Я взяла, как всегда, планшет, и у меня бабушка спрашивала, сколько весит кот. Кот какой? Ты сразу же объясни, потому что только ты знаешь, какой кот. Бабушкин кот. Да. Я у мамы спросила, и мама сказала 12 килограмм. Я написала 12 килограмм, бабушка. Она ответила 5 килограмм. Маме скажи. Да. 5,5 килограмм, по-моему, там, да? Да. Ясненько. Все, значит, а наш еще не весит и килограмма. Но злой, как все 5,5. Все, ребята. Всем, кто кушает. Приятного аппетита. Блин, 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 давай. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, все, это кошмар, кушай. Китя нам помогает. Что ты нам помогаешь? Сейчас она будет нам помогать делать слаймы. Да подожди. Потому что мы сейчас собираемся снимать видео «Радуга слайм». Я еще, правда, не знаю. Сейчас с Кирюшкой поговорим, как мы будем делать. Каждый, наверное, будет делать радужный слайм. Тут у нас будет куча блесточек, если кто-то захочет себе добавить. Ну и, конечно же, все по рецепту. Пена, масло, гель для душа, активатор. Ну и на всякий случай зубная паста. Может быть, она не пригодится. И у каждого будет по контейнеру, куда мы будем складывать слайм. Я не знаю, я думаю, может быть, какими-то вот такими слоями подумаем. Пока его нужно сделать. А, подождите, самое главное я не достал. Опа, не попал. А я не достала самое главное. А где же оно? По-моему, оно
Вот здесь вот. Точно. Самое главное, это же клей. Кирюшка! Кирюш, слушай, вопрос. Как мы будем снимать? Кирюш, смотри, мы будем каждый делать слайм радужный. Каждый свой будет делать, да? А как ты думаешь, нам вот этой тарелочки хватит, чтобы сделать один слайм? Ну да. Но мы же не будем 7 слаймов делать, понимаешь? Иди возьми трубку, я сейчас с тобой поговорю. Котя, ты хоть не мешай нам, пожалуйста. Так вот, Кир, в итоге, Кирюш, смотри, мы же не будем делать 7 слаймов. Мы будем делать один. Вот я просто думаю, вот сюда поместится 2 тюбика клея. Поместится. Поместится, чтобы сделать, да? Плюс пена, тут не будет мало этой тарелочки. Может, побольше тарелочки взять? Ложечки так, вот такие оставить. А тарелочки другие. Смотри, я на всякий случай взяла 3 клея, чтобы делать. Но думаю, что из 2. Мы, короче, как будем? 2 клея мы используем, делаем слайм, и потом его уже делим на 7 цветов, и каждый его красит, и у кого получится красивый радужный слайм, и потом его выкладываем в контейнер, или там кто как захочет. То есть такой челлендж. Окей? Я на всякий случай взяла 3 клея, может быть, 3 взять. Не знаю. В общем, ладно. Давай, начинаем. Переодевайся и будем начинать, потому что тебя уже подруги ждут. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Сняли мы, ребята, уже видосик. У нас такие получились красивые слаймы. Но просто мы их уже смешали, и поэтому у нас цвета вот у Киры какой-то непонятный. Сейчас я покажу, что у нас было. А я думаю, что, может, они посмотрят у тебя на канале, что у нас было. Ну, тогда я тебе покажу. А, хорошо. Ребята, смотрите на канале, какие у нас были красивые радужные слаймы. Потому что мой вот такой вот стал. А у меня был вообще просто супер. У Кирюшки просто замечательный. Как мы их сделали и что у нас получилось, смотрите на канале Малефисента. Так, у нас, как всегда, по плану после съемочная уборка. Смотрите, как прикольно Кирюшка сделал. Мам, вообще. Супер. Подожди, дай телефон, возьму сфоткаю. Так. Ой-ой-ой-ой. Тебя полностью со слаймом? Да подожди. Слайм, просто слайм. Есть. Есть. Спасибо. Красота. Очень красивые блесточки такие. Ну, все, уже не классные. Почему? Я все добавила, их очень много. А ну давай попробуем растянем. Но он жесткий, я сейчас буду добавлять зубной пасты. По-моему, тебя ждут подружки. Оставь его, потом придешь и будешь добавлять зубной пасты. Они нет. А я буду убирать. И вообще я хочу сейчас полежать, потому что у меня так голова и не прошла. Так, где тут у нас контейнер с блесточками? Ты спрашивала блесточки, да тут еще блесточки, Кира. Делать триллионы слаймов. Целая коробка этих блесточек. И краски. О чем задумалась? Мечта моя. Ни о чем. Закончила я монтировать видео слайм радугу, и у нас на улице начался дождь. И я даже не знаю, где теперь моя Кирюшка. Или вот там вот в магазине стоит. В общем, надо сейчас ее набрать и узнать. Боже, пришла за телефоном, а тут что-то такое пищит непонятное. А это Котя проснулся и плачет. Возьмите на ручки, примите меня. Я уже проснулся. О, аккуратно, не шлепнись, ты что? Ну все, все, беги. Давай, покушать ему нужно насыпать. Давай я тебя насыплю, давай, иди. О. Вот дает. Как только просыпается, сразу же должен есть. Сейчас он кушает вот там всегда, потому что, как я уже говорила, собаки, в общем, ему не дают. А, так, Кирюшке звоним. Мы знаем, где же моя дочь в такую-то погоду. Пропала. Кстати, видео слайма реально вышло на очень долго. Я не знаю, это такое долгое видео, но там все такое интересное, и я ничего не могла удалить. Алло. Привет, зайка, ты где? Я в парке, в домике.
А, тебя дождь не капает на тебя? Ну ладно, хорошо, тогда давай. Давай. В общем, Кирюшка в парке, в домике. А я к чему говорю, что видео вышло реально очень длинное, но вышло оно длинное, потому что, я не знаю, я посчитала, что там все интересно, и, ну, если будет неинтересно, то поставите дизлайки. Но мне кажется, там просто мы делали очень много цветов, очень много блесточек добавляли, и, то есть, и делали саму базу. Мне кажется, что... Не знаю, я так подумала, что это было бы интересно. Поэтому оставила... Оно было еще на дольше. Но получилось так, что вот оно вышло аж на полчаса. Возможно, это неправильно. Не знаю. В общем, я сейчас сделаю его коротким, потом сделаю... Вернее, его сделаю уже длинным, а потом попробую его сделать коротким. Ну, а как его сделать коротким? Уже просто готовы сделать слайм и просто его соединить. Тоже неинтересно. Интересно, как мы его делали, как мы его смешивали. Ребята, посмотрите, поставите лайк, напишите комментарий, интересно вам было или нет. Котеночек мой маленький кусает сладкий. Птица там поет. А у меня из этой погоды башка трещит. Поэтому все. Я на сегодня всю свою миссию сделала. И пошла, короче, пить таблетку. Все, ребят, я таблетку пить.